было звонков, сколько было, мы переписывались, сколько мы варьировали, общались, разговаривали. Вот тут тщательный подбор, кому, какую песню петь. Спасибо за эту песню, у меня эта песня действительно наша. Спасибо. Понравилась песня? Очень хорошая. Ну, следующий дуэт, который уже полюбился. Из Тарематыша словами Галяма Агеева, музыка Альфии Агеевой исполняют Каримова Арсен и Луиза. Частицу Башкирии, частицу нашей любви сегодня представляет Азат Гафуров, Азат Маратович. Пожалуйста, Азат Маратович, мы очень рады, что вы к нам пришли.
Я надеюсь, что... Я прекрасно поздравляю Альфию Галямовну сегодняшним вечером. И я еще раз готов подтвердить и еще раз говорить, потому что я уже здесь на предыдущих вечерах выступал и говорил об этом, о том, что когда Альфия Галямовна к нам пришла в полномочное представительство Республики Башкортостан в Москве и предложила вот такое литературно-музыкальное творческое объединение ССН, я только поддержал, и, в общем-то, я всегда и везде всегда говорю о том, что тяжело сверху подстегивать или подталкивать людей к чему-то, и потом после этого еще ждать от него что-то такое большое или расцветающее. Это должно идти снизу. И вот когда человек приходит со стороны, приходит предлагать какие-то идеи, нам полномочное представительство, мы всегда готовы поддержать и поддерживаем. И я очень рад, что Альфия Галямовна вот со своим творческим объединением ССН, они заняли свою очень уникальную нишу в башкирском землячестве Москвы, потому что такого у нас нету. И я с удовольствием наблюдаю, что и вижу, вот приходят зрители, я вижу уже постоянных зрителей, ваших единомышленников, и каждый раз вижу уже и новые лица. И это очень хорошо. Почему? Потому что вы существуете всего лишь полтора года официально, да? И я надеюсь, у вас дальше будут расти зрители, будут расти у вас единомышленники. У вас очень хорошее направление, у вас очень хорошие единомышленники. Я вот уже хорошо знаю Алсу, с наслаждением наблюдаю за ростом Ренаты Бадамшиной. У вас Гульчачак и Талгат – это вообще ваши бриллианты, с удовольствием. А сегодняшнее открытие вот Каримовы – это вообще большое удовольствие. И каждого раза, когда приходишь к вам, вот такое каждый раз какое-то новое и новое впечатление, новое и новое открытие. И вы это, в этом, я понимаю, это ваша заслуга, и вы молодец. И я желаю вам в дальнейшем вот эту посильную работу энтузиаста, такого подвижника нашей башкирской культуры в Москве продолжать, а мы в свою очередь будем вас активно поддерживать. Вот. И более того, я еще раз говорю, еще раз надеюсь, что мы поддержим вот книгу вашу опубликовать в Уфе. Поэтому я думаю, что надо вам над книгой работать дальше, не прекращать. Да, и поэтому я думаю, что превратится она в настоящую книгу, которая будет опубликована в Уфе, и мы еще раз здесь, все здесь соберемся и уже увидим эту книгу уже в печатном виде. Поздравляю вас, всех тоже поздравляю.